Здравствуйте, ребята. Мы приехали в город Симпсонвилл. Сейчас такая вот дождливая погода, но тем не менее мы хотим показать вам дом. Смотрите, какой он милый, такой симпатичный, довольно-таки взрослый дом. Находится в замечательной локации, стоит 320 тысяч долларов. Здесь 3 спальни и 2 санузла. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Смотрите, вот мы заходим и сразу видим камин. В доме нет газа, поэтому... О, Карина, это натуральный камень. Поэтому мы используем по старинке наш камин. Довольно-таки большая living area. И вот dining space с таким вот полукруглым окошком. Да? Ну, здесь мне все нравится, вопросов никаких у меня нету. То есть living area и kitchen area находятся вот в этой части слева. А там уже все спальни, все санузлы, кухня. Такой вот island, видите? Ты знаешь, Карина, может, можно было бы потом вот это все снести, да? Сделать одним пространством и сделать такой большой-большой island. Так, смотри, окошко. Замечательно, вот окошко. Вот будете готовить и смотреть в окно. Давай, Карин, посмотрим, как тут вообще обстоят дела с нашей раковиной. Дай мне, пожалуйста, камеру, сейчас посмотрим, что мы тут видим. Вот видите, ребята, зазор, видите, вот тут вот. Все надо проверять, потому что в дальнейшем вот будет здесь брызгать все, да, и вот будет портиться ваш кабинет, да, будет набухать. Вот эти все нюансы нужно обязательно учитывать при покупке дома. Так, возьми, пожалуйста, дальше, Карина. Так, идем дальше, идем в гараж, да. Вот эта часть, это кухня и гараж. Заходим. Вот эти вот выключатели, кстати, вот мне нравятся. Так. Ага. Так, открывается дверь. Пойдем, Карин, заходи, пожалуйста. Угу. О. Карин, сними, пожалуйста, что здесь муравьи. Сними здесь муравьи. Ага. Вот это, ребята, обязательно учитывайте при просмотре дома. Пойдем. Здесь уже скоро будет следующие ребята, которые смотреть будут дом. Домик хороший. Обязательно обращайте внимание. Сейчас мы покажем оставшуюся часть дома. Так, проходите. Это мастер-бедрум. Мастер-бедрум большая. Смотри, какая большая мастер-бедрум. Такое красивое окошко. И давай посмотрим, как здесь выглядят наши клозетики. О, как так, вот даже интернет проведен, да? Угу. И вот два клозета. Для него и для нее, как говорится, да? Так, все, здесь вот аккуратненько. Здесь аккуратненько. Так, окей. Вот, смотрите, как интересно. Это все оригинальное, видите, сохранилось. Видно, что этот дом любили. Я думаю, люди в возрасте его продавали или продают, видите? Низенькие какие вот. Раковина низенькая, смотри. Вот она, ванна. Пройди, пожалуйста, Карина. Ванна небольшая, поэтому мы вдвоем здесь не поместимся. Пойдем дальше. Пойдем дальше, Карина. Окей. Так, дальше коридорчик. Что мы видим в этом коридорчике? Вот такая же ванна, такая же небольшая, да? И тоже, видишь, гардеробная. А, это не гардеробная, это может быть... Да, это, по всей вероятности, для постирочной, да? Выведено пространство, это не гардеробная. Такие дома старого образца. Здесь, наверное, для полотенец, для белья, да? И две комнаты. Так, да, это комнаты, потому что есть клозеты. Вот такая вот маленькая комнатка. Может, кабинет, может быть, комната, потому что есть клозет. Вот такой вот выдвижной. Видишь? Хороший большой клозет для людей, у которых много одежды. Так, окей. Так, дальше идем. Идем дальше. И второй. Заходим. Смотри, какой клозетик. Да? Отлично.
Вот и все. В принципе, показали дом, ребята. Если он вам нравится, пожалуйста, пишите мне. Мой номер 864-580-864-4. Меня зовут Татьяна Головченко из Affinity Group Realty. И до новых встреч. Пока!